Весной 2015 года Ярославль встретит в пятый раз форум молодых предпринимателей. И к этому событию мы подготовили с Первым ярославским телеканалом цикл передач, который назвали «Дневники форума». Именно в дневниках форума вы сможете узнать, какие спикеры приедут в этот раз на форум, о чем будут они рассказывать, о трендах, о новинках, об историях успеха. Мы подготовили много разной информации, которая будет полезна предпринимателям любого региона. Приезжайте к нам на форум и смотрите дневники форума. Алексей Золотарев, город Ярославль, участник форума СМП 2015. Для меня форум – это что-то новое, что-то интересное. Я там знакомлюсь с потенциальными клиентами, с потенциальными партнерами, но и обретаю новых друзей, с которыми приятно провожу время, встречаюсь периодически. Встречаю весну вместе с нами. Наталья Мелехова, журналист, США, Миннесота. Спикер форума СМП 2015. Привет, друзья! Я надеюсь, те, кто смотрит это видео, доедут до Ярославля, и мы с вами встретимся весной на форуме молодых предпринимателей. Я сама участвовала в этом форуме первый раз в прошлом году, и он своего рода поменял мою жизнь, потому что я заинтересовалась IT-сферой, там было очень много интересных проектов, стартапов из этой области, и сейчас я в Америке изучаю программирование. Ну, что я вам хочу сказать. Если у вас множество идей собственных, или вы просто хотите поменять свою жизнь, то не сомневайтесь ни секунды, приезжайте на форум, потому что это такое место силы, где собираются умные, энергичные, неординарные люди. Не упустите свой шанс. Встретим весну вместе.